какой-то веке. Выдались теплые денечки. Решили вот сходить на пляжик. Посмотрим, что там у нас. Специально пораньше встали. Сейчас посмотрим, что у нас там по морю. Вроде вчера висел красный флаг, то есть означает, что купаться вообще запрещено, потому что там что-то связанное с водорослями определенного типа. Так. Еще время где-то 10:40. Если попозже прийти, то, конечно, будет довольно сильно печь. До двух автобусов примерно сюда. Но все равно не так уж напряжно, потому что я вспоминаю, как вот в Санкт-Петербурге с Удельной едешь какой-нибудь солнечное, там пока едешь, ты вообще офигеешь на электричке туда ехать. Весь пляж забитый. Сейчас посмотрим, сколько там здесь будет людей. Ну, я, честно говоря, забегая вперед, хочу сказать, что никогда не видел прям большого ажиотажа по людям. Какой-то яхт-клуб там находится. Пиццерия. Куда? Надеюсь, сезон клещей уже прошел, чтобы не подхватить ничего. То прививочки мы не делаем от них. Такой вот сосновый бор. Симпатичненький. Так, ну я думаю, сейчас ничего интересного не будет. Сейчас как подойдем поближе, покажу. Так, здесь у нас по кайтсерфингу, видимо, какие-то дела, так скажем. Вот, собственно, сам пляж. Этот, напоминаю, город Таллин, то есть не какой-то там маленький городок. Вот. Что по народу? Места дофига вообще. Сейчас, а где этот флаг-то? Так. Так, давайте посмотрим, какой у нас сейчас висит. Фига, красный. Жик. Купаться нельзя, к сожалению. Сейчас подойдем к водичке поближе, посмотрим, что там такое. Так, ну, прошел примерно час. Народу не особо прибавилось. Вот. Пляжик довольно чистый. Стекла всяких нет. Бычки, конечно, есть. Смотрят, не особо все парятся по поводу курения. Курят прямо на местах, так скажем. Какие-то места у пляжа, у воды присутствуют, там, в общем, эти водоросли, но не везде. Еще посмотрим. Странно, вроде ветра нет, но что они там все делают? Вот вода вот такая, собственно. По крайней мере, нет камней, как на Финском заливе, там из Зеленогорска и так далее. Вот. Но там уже поменьше водоросли, поэтому там вот ребятня купается. Не думаю, что будет больше народа, чем сейчас. Обычно тут вообще не бывает такого ажиотажа. Если ажиотаж, то это значит плюс человек там 20 на весь пляж. Так, ну куда он там протягивается? Ну, вода на самом деле прохладненькая. Но кто-то купается, смотрю. Опа.
тут где-то, если метров даже 500 идти, то все равно будет как бы вот, примерно вот так. Может, чуть-чуть. А народу, кстати, тем временем так и не прибавилось. Так, это, видимо, со спасательница идет. Предполагаю, что сейчас она скажет о тетке, почему собакой на пляж пошли, потому что вроде как это запрещено. Может быть и правильно. Это как-то я что-то тоже этого не особо понял. Ну ладно. Как это мы на пирс зашли. Оп, ребята флексят. Тут тоже ребята флексят. Оттуда у нас паромы идут и вон туда куда-то. Финляндия, Швеция и т.д. Хорошо, что недалеко живем, уже к дому подходим. Вот моя недомашина, блин. Помыть надо будет. Я смотрю, сегодня суббота, и народ, видимо, это уже все на даче, места он пустые все. Конечно, вид хорошенький отсюда. Спасибо за просмотр. Всем пока.